понедельник в Самарской области облачно с прояснениями, дождь. Днем +1, +4, ночью 0, -1 градус, ветер восточный, юго-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака, осадки в виде дождя. Днем +2, ночью 0 градусов, ветер восточный, 3 метра в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, температура воздуха днем +3, ночью нулевая температура, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен дождь, днем +2, ночью 1 градус ниже 0, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.